полицию Десногорска поступило заявление от 61-летнего жителя о пропаже автомобиля марки «Черри» стоимостью 200 тысяч рублей, припаркованного во дворе дома. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и опросила возможных свидетелей. Оперативники обнаружили угнанный автомобиль с механическими повреждениями. Было установлено, за рулем иномарки находился 30-летний сын потерпевшего. По дороге он не справился с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места аварии. В отношении него составлен административный протокол. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее судимый местный житель пояснил, что похитил ключи от автомобиля, чтобы поехать отдыхать к друзьям. 30-летний мужчина не имеет документов на право управления транспортными средствами. Кроме того, по результатам проведенного медицинского исследования у него было установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Угонщику грозит срок до 5 лет.